Да, и вот досадная ошибка, и сейчас мы видим на коне еще одного участника. Это Алексей Осипенко. Что ж, темп хороший. Хорошая посадка, и пока все у него идет очень-очень неплохо. Ну, вот такое ощущение, что, что называется, силенок не хватило, и как-то он немножко сник, и темп упал к концу упражнения, и он, что называется, дотянул. А если бы выдержал прежний темп, оценка была бы выше. Но и 8,7 это тоже неплохо. Очень коварный снаряд. Мы знаем, что здесь любое неточное движение, и все, сбой, задеваешь за тело коня, и сразу же и темп теряется, и ошибка, и все, что с этим связано.